Команда Ульяновской области заняла 21 место в общекомандном зачете среди 84 субъектов Российской Федерации и 7 место среди субъектов Приволжского федерального округа. Это один из лучших результатов региона за всю историю военно-спортивной игры «Победа». С 2000 года эта игра носила название «Областная военно-спортивная игра «Орленок». И вот уже 23 года на территории области мы проводим эту игру, где студенты техникумов, колледжей сражаются за звание победителя. В этом году на всероссийском этапе военно-спортивной игры «Победа», который прошел в Подмосковье, наш регион представили ребята из Димитровградского технического колледжа, участники движения «Юнармия». Готовились к играм они основательно. Выезжали и в солдатскую ташлу, в военной части занимались на своем спортгородке. И, соответственно, дополнительно еще получали какую-то информацию, знания. С Ульяновска передавалось оборудование, поэтому уезжали достаточно подготовленные. Команды со всей страны в течение недели проходили испытания по военной связи, медицине, сборке и разборке автомата. Кульминацией стала тактическая игра на местности «Дорога победителей», которая оказалась одной из самых долгих, сложных, но интересных. Именно в ней собрали абсолютно почти все этапы. Это химзащита, это полоса препятствий, это стрельба, это нас кого-то даже оглушило, в ушах звон был. То есть вот все вот это эмоционально. Помимо военно-спортивных игр, юнармейцы в рамках мероприятия посещали музеи и выставки, мастер-классы по топографии, военно-медицинской помощи и инженерной подготовке. Смотрели постановку по мотивам поэмы «Василий Теркин». Встречались с героями специальной военной операции. Юлия Руднева, Герман Баранов, Улправда ТВ.